Место встречи изменить нельзя. Артисты Чувашского драматического театра представили в Казани историческую постановку. Спектакль «Не так живи, как хочется» по пьесе Островского играли здесь 100 лет назад. Это здание, сцена и спектакль играют в истории театра особую роль. Именно здесь, 27 января 1918 года, зародилась чувашская драма. И вот спустя век постановка вновь вернулась на свою дебютную сцену. Азартная история с детективным окрасом и любовной линией. Зритель увидел спектакль в новом прочтении. Действие происходит во время масленицы, но не русской, а чувашской, со всеми традиционными песнями и танцами. Лет все только начинается, уверены в театре. Творческих планов немерено. Впереди новые спектакли и новые города.